Либо у тебя нет денег, ты ждешь, пока он появится в интернете. Сыти кипятком вообще. Это бестселлер, понимаете, бестселлер. Я имею в виду, он там какой-то... Это книга невероятная. Во-первых, это тот случай, когда книга, блядь, лучше, вот, чем фильм, да, но при этом сама книга, это же кошмар вообще. Там богатый мужик и бедная какая-то девочка, Золушка. Во-первых, такого не бывает в жизни, понимаете. И там самое удивительное, что... Я смотрел трейлер, я не ходил, но я смотрел трейлер, и он выглядит так, что мужик говорит: бойся меня, девочка. Я не боюсь тебя, блядь. У меня есть тайна, я хочу знать. Это мой подвал, давай за него, блядь. А это лопата? Это не лопата, блядь. Понимаете, я имею в виду этот фильм про то, что он так нравится девочкам, но при этом девочки никогда не сделают так, как в этом фильме. Никогда. Вот есть хоть один мужик, который бы так снял хоть одну тёлку, блядь, в клубе, а? Пришел, сказал: привет, я серый. Мистер Грей? Нет, блядь, просто серый. Слушай, у меня за городом подвал есть, блядь, может, пока автобусы ходят, блядь. Там лопаты, грабли, блядь, все. Сделаем как положено вообще. О, кстати, реальная история. Девочки, а похлопайте, кто вот верит в судьбу. Та же херня, вы все верите, не надо же. Все девочки же: а, блядь, может, это судьба? Я с утра увидела голубя на подоконнике, блядь. Наверное, сегодня я встречу принца, блядь. Мне недавно, 2 дня назад буквально, на телефон приходит сообщение, типа: привет, Юля, что, старый номер удалять, это, записать этот новый? Я говорю: это кто? Она пишет: Юля, не тупи, это Кристина. Я пишу: я — это он. Там пишут, типа: ой, извините, ошиблась с номером. Проходит минут 20 и пишет мне эта девочка, говорит: ой, а может быть, ты моя судьба? Я видела такое, показывают по телевизору. Я пишу: может. Она пишет тут же: а ты милый? Я пишу: так если это, блядь, судьба, то какая в страхе разница-то? И там сразу: ну, блин, мало ли, что там. Горбуна вы не хотите, да, блядь? Такого, чтобы... Реально, мне добавляются какие-то... Я есть ВКонтакте, мне добавляются нет, какие-то девушки. Естественно, перед тем, как отклонить, я просматриваю их страницы, блядь. Я холостяк, что, все нормально. И там есть какие-то потрясающие, потому что... Во-первых, женщины сейчас с этим интернетом начали постить какие-то всякие эти посты, высказывания, это что-то... Я что-то прочитал, я сейчас не передам дословно, но что-то было типа того: неважно, какой мужик, красивый или богатый, главное, чтобы он был добрый, блядь, что-то там, заботливый, с чувством юмора, умеет поддержать в любую минуту, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Я думаю, блядь, если вот мужик обладает этими качествами, он по-любому, блядь, красивый и богатый. Не бывает горбуна, который... Я, блядь... Харизматичный, знаете, который встречает ее с работы: придем, у нас 6 детей, блядь. Они: тебя такая счастливая, блядь. Ты будешь счастливой, только если будешь слепая, блядь. Вот. Ладно, я сексист. Давайте так, чтобы никто не думал, что я сексист. Я считаю, что мужик умнее женщин. Я так считаю. Да, подождите. Мужики только хлопают. И то, который без своих женщин, да, блядь? Навряд ли еще есть мужик, у которого сидит баба, и он: да! Нет. Я имею в виду не в целом, я имею в виду, наоборот, я имею в виду в целом мужик умнее бабы. Я имею в виду, есть женщины, которые умнее мужика, но рядом вот с женщиной, если сидит ее мужик, он ее умнее, понимаете? Женщины, вы же нас по этому принципу выбираете, вам нужен умный, сильный мужик. Нет ни одной женщины, у которой партнер, знаете, мужик, она его нашла, типа: ой, блядь, у нее так классно течут слюни, блядь, хочу о нем заботиться, блядь. Нет такого, вы же выбираете такого сильного, мощного, харизматичного, знаете, блядь. Это потом уже лет 50, когда, ну, хоть кто-то, блядь, я не знаю, да, это... Да, я называю это эффект Пугачёвой, блядь. Она молодчага, вообще, заметили? Пугачева, блядь, пережила 2 мужиков, блядь, понимаете? Которым было под 30 лет, блядь. Ладно. Давайте самое время перейти к каким-то гейским темам.